Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, у меня есть одинаковые Морти для синтеза. Слушай, это хорошо. Так, это у нас портал игры Морти. Где же мы с тобой можем синтез сделать? Ага, погоди-ка, может быть мы... Панель Морти. Твои Морти. Нет, здесь я синтез сделать не смогу. Предметы, магазин Рика, значки и трофеи, задания. Значит, нам нужно искать отдельно. Сейчас посмотрим. Это у нас дальше на испытание. А, шмекели, кстати, да. Мы должны забрать свой куш. Хочешь шальных денег? Могу помочь тебе в этом. Да, ты мне в этом обязательно поможешь. Сейчас я у тебя заберу все свое. Забрать. Так, друзья мои, ну сколько у нас в общем счете получается? 1500 шмекелей. Ну что, давай, наверное, инвестиции сделаем. На депозит соточку положим. Здесь тоже соточку. Ну, а здесь, я думаю, не стоит. Выигрыш все равно маленький, всего лишь в 50 шмекелей. Так, слушай, где у нас этот? Как же он называется? Ага, вот она, лаборатория Морти. Именно сюда нам с тобой и нужно. Добро пожаловать в лабораторию Морти. Самое как бы безопасное место для модификации Морти. Вот сейчас мы с тобой и посмотрим, кто у нас здесь. Не понял. Выбор Морти. А где у меня одинаковые-то? Доступные атаки. Ну и... У этого Морти нет других дополнительных атак для освоения. Дополнительных атак? Всего один кредит. Слушай, я, наверное, не то сделал, ребят. Я ошибся. Нам нужна не лаборатория Морти, а питомник Морти. Вот, вот что нам нужно. Да-да-да, сейчас мы здесь с тобой синтез. У нас с тобой две нерехи. Синтезируем. И получаем грязнули Морти. Слушай, а у меня вопрос, а разве у меня грязнули Морти не было больше? Наверное, нет. Так, лагерь, хранение. Давай посмотрим, что у нас вообще за Морти тут есть. Панель Б, панель С, Д. То есть это несколько панелей. Просто-напросто мы можем с тобой здесь выставить новых, да? Я так понимаю, Морти. Пока будем с тобой бегать с одной панелью. Меня, в принципе, все устраивает. Так, я сейчас бы с удовольствием, знаешь, что бы сделал бы? Прикупил немножко чипов и побежим. Так, чипы мы можем купить, наверное, у себя здесь в магазине, да? Магазин Рика. Предметы. Сколько стоит? 500. Да, 500 шмекелей. Купим две штучки. Хотелось бы, конечно, три. И, как я понял, вы мне рекомендуете не хватать обычных Морти, а лучше взять редких или эпических. Ну, в принципе, вы правы. Зачем мне простачки, когда можно найти и улучшенных? Но вопрос в том, что улучшенные не везде бегают. Давай посмотрим, куда нас закинет нелегкое. В какой портал на этот раз мы попадем. Так, интересно. Опа. Слушай, а у нас такой есть один. Хватай его, давай хватай. Да чтоб тебе-то, посмотри, а. Не поддается, бегает от меня. Да-да, это Плюмбуса Морти. Шараприк. Поехали. Сделаем, наверное, молотило. Так, а он у нас бумажный, да, получается? Еще разок. Да чтоб тебе. А так растет. Так, слушай, давай дальше. Всплеск, молотило, плач. Я не буду, ребята, вот эти дебафы делать. Хотя, возможно, я зря. Зря их не делаю. Предмет, секунду. Давай-ка мы, наверное, с тобой захиляемся. А есть чем?
чистая сыворотка восполняет все ОЗ, кстати. Мгновенная победа над другим Морти. Коробка мистера Мисикса. Прикинь, какая штука у меня есть, оказывается. Восполняет истощенную Морти 100 ОЗ. Слушай, ну я вообще в кураже, друзья мои. Тогда бьем. Бьем этого шитика. Да ёк-макарёк. Замену сделать. Или атаковать. Если я сейчас, ребята, попробую его атаковать, он меня уничтожит. Да. Слушай, а чё я тупанул? Мы же могли с тобой спокойненько его поймать. Нам нужен предмет. А ну-ка, применить. Хоть бы он попался, а. Давай, 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 родной, срабатывай. Есть контакт. Ну что же, у нас с тобой есть два плюмбуса Морти, которых мы можем потом в питомнике скрестить. Один, кстати, из них с нами ходит, вот он. Так, ладно, давай смотреть дальше, что у нас есть. Во-первых, наверное, нам стоит оживить нашего истощенного Морти со 100% ОЗ, да? Вот так вот применим. Опачки. Шикарно. Так, ну и продолжаем тут рыскать, искать. Смотри, тут уже меня поджидают охламоны. Опа, еще, друзья мои, какой-то Морти. Я его поймаю. По-моему, это самый обычный Морти. Морти в горном свитере. Так. Но он будет посильнее нас, получается, да? Ну-ка, давай, молотила. Слабовато бьем, очень слабовато. Давай-ка мы поменяем с тобой на большого Морти. Он у нас ножницы. Причем у него, по-моему, уровень довольно неплохой. Шансов у этого парня нету. Какие еще объятия он мне тут делает, а? Безнадежные. Конечно же, атака, друзья мои. Костюм и туфли. Так, ловить пока еще, наверное, рано его, да? Давай простую атаку сделаем, порезик. Да куда ж ты его убил-то, господи? Ну зачем же ты так сделал, большой Морти? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Хотел поймать, но ты сам видел, что произошло. Переборщили мы немножко. Большая сыворотка. Так, а здесь у нас кто? Интересно, справимся мы с ними, а? А почему бы и нет? Давай попробуем. Такой чувак. И я самый популярный автор в теме боев Морти. Сейчас покажу, что такое настоящая тренировка Морти. Где-то я уже это слышал. Писатель Рик. Безглазый Морти. Он обычный. Он обычный, поэтому давай-ка мы, наверное, с молотила начнем. Неплохо. 9 очков в минус. Какое-то стирание делает он. Мы опять же делаем молотило. У нас, правда, оно закончится скоро. Раз, два, три, четыре, пять. Пять Морти здесь будет, да? Получается. Еще раз молотило. Да что ж такое-то, а? Подожди-ка, дай-ка я гляну, какой у нас предмет есть. Восполняет все ОЗ. Есть большая сыворотка. 50 ОЗ восполняет. Давай применим. 50 УЗ, это, грубо говоря, фулл ХП у нас будет. Чик, вкололи. Так, стирание опять делает. Ну, гаденыш. Ну, держи плюшку. Как так? Мимо прошла атака. Эй, вы серьезно, что ли? Не понял юмора. Это вторая атака, которая проходит мимо. Блин, у меня закончилось, да? Ну-ка попробуем всплеск. Замечательно. 100 очков опыта. Так, а это еще кто такой? Сосиска Морти. Сосиска Морти. Слушай, а кто он там, интересно, будет? Давай возьмем, наверное, с тобой судью... Нет, Плюмбуса Морти. Да, Плюмбуса Морти. Посмотрим. Ножницы, блин, ребята, а мы бумага. Ты прикинь, как нам... Не фартануло. Ну-ка, с молотила начнем.
Неплохо. Но могло быть и лучше. Он делает нам Нагдус. Слушай, ну если вот так вот пойдет дело, мы его, по идее, должны разобрать быстрее. Так, 14 хп остается у него. Нет, друзья мои. Не получится, по ходу дела. Ну-ка еще раз молотила. Блин, и сейчас нам крышка, да? Ну что ж ты, Плюмбус, Плюмбус, а? Так, меняем на кого? Мутагенный Морти. Выходи. Атака. Ядовитый плевок. Ах ты, гаденыш, он тоже поменял, прикинь? А, он обычный. Три атаки, нифига, ребята. Вот это круто. Так, давай-ка повторим, наверное. Ядовитый всплеск. А он молотило применяет. Раз, два, три. Слушай, все равно почему-то у нас здоровье быстрее улетает, если честно. Смотрим еще. Так, парадный Морти промахивается. Раз, два. Что это такое? А, мы его еще и отравили, ко всему прочему. По-моему, ему крышка. Истощен, да. Так, и кто тут следующий у нас выходит? О, 117 очков опыта. Параметры повысились. Ага, сосиска недобитая пришла. Ну что же, зачем я нажал замену? Не надо было, не надо. Хотя, давай-ка возьмем Большого Морти. Давай. Ему один удар остался, да? Атака. Костюм и туфли. Готов, парень. 47 очков опыта. Ох ты. Вот это круто, ребята. Продолжим. Чешуйчатый Морти. Ух, 45 хп. Не слабо, ребята, у него здоровится-то. Костюм и туфли. Зашибись. Моя атака, как всегда, прошла мимо. В чем проблема, я не понимаю. Почему мажет? Так, зонт. Критический удар, оказывается, это был, да? Ну-ка. Отлично, вот сейчас хорошо прошла. Слушай, я, наверное, сделаю предметик. Восполним себе все ОЗ. Или рано. Не, наверное, рановато еще. Попробуем его добить. Костюм и туфли. Твою налево, одну хп осталось. А вот теперь придется восполнять. Ну что, Большой Морти, применяй предмет. 50 хпшек мы восстановили себе и продолжаем битву с этим чешуйчатым Морти. Костюм и туфли, я думаю, это его добьет. И последний Морти. Это что такое? Морти-огурчик? Ты серьезно? Ребята, это обычный Морти, поэтому я думаю, у нас с путочка получится его уничтожить. Порез. Половину здоровья сразу отнял. Так, атака Морти падает моего. И скорость падает. Но защита возрастает. Давай костюм и туфли. Твою налево. Ну, в любом случае, мы его сможем забомбить. И я тебе скажу, что у нас появится еще один значок. Атака растет. Погнали. Порез. Пока, Морти-огурчик. Вот и все. Команда писателя, ребята, сдулась. Шмекели, плутонический камень и значок. Вот что нам и нужно было получить. Так, шмекель он мне закинет. Не надо мне шмекели закидывать. Оставлю эту главу для своей следующей книги. Так, для боя со следующим членом совета тебе надо 4 значка. Блин, а где вот это, ребята? Это, наверное, всех нужно победить, чтобы заполнить, да? Ух ты, чип. Рискованно тут идти, если честно.
Опа, баночка. Просто вот так вот берет и лежит, ждет меня. Консервная банка. Так, это обычный. Если я сюда рвану, они на меня сагрятся, верно? Верно. А почему вы говорите, что мне нужно принимать участие в онлайн-играх? Кто-нибудь мне объяснит? Ладно, давай-ка мы, наверное, сюда слиняем. Подлечимся, плюс мы с тобой сможем сделать сейчас мутацию. Так, нам не нужна лаборатория, нам нужен питомник. У нас есть два Морти. Погоди, а почему это? Ну? А почему я их не могу синтезировать? Друзья мои, напишите в комментах, почему их нельзя синтезировать. Я вижу вот здесь вот звездочки какие-то. Хм, пишут, что синтез невозможен. Слушай, а может быть нам взять в команду Морти Джерри? И грязнули Морти, а? А вместо кого? А сейчас посмотрим, кто у нас тут есть вообще. Так, хранение. Блин, тут не поймешь, кто какой Морти вообще у нас. А что за лагерь? Начать лагерь. Сначала нужно добавить несколько Морти в этот лагерь. Морти с уровнем 25 и выше можно отправлять в лагерь. О, друзья мои, 25 уровень. То есть мне сюда еще рановато. Я вас понял, судари. Нифига себе, это кто там? Такой с хвостом бегает. А как же мне тогда сделать? Как мне поменять, ребят, команду свою, а? Доступные атаки. Ядовитый плевок. Ухмылка. У этого Морти нет других дополнительных атак для освоения. А как они должны выглядеть? Другие атаки для освоения. Вот что мне непонятно. Панель Морти. Блин, ребят, я забыл, как поменять состав своей команды. Прикинь, может быть здесь? Да-да-да, скорее всего здесь. Значит, уберем с тобой. Замена. Выберите другого Морти для замены. А, так тут только местами менять. Отпустить сведения. Это все не то. Блин, а где же тогда у нас, ребята, замена-то идет? Я же тогда, помню, прекрасно менял. И забыл. Так, ладно, захиляемся с тобой. Исцелить. Так, готово. Ну и погнали теперь опять в портал. Портал Морти. Что на этот раз нам выпадет? Давай посмотрим. Загрузочка. Ух ты. Тихо, уже стоит там, ждет меня. Такая музыка веселая. Опа. Красавчик, вот ты и попал. Блин, а я, кстати, чип это взял с собой. Это опять у нас Морти в горном свитере. Молотила. Твою налево. Крепкий малый будет, а? Так просто его не возьмешь. Атакуем. Отрыжку сделаем. Твою налево, блин. Так, точность наша выросла. Атакуем. Молотилом. Он объятия применяет. Нет, слишком, ребята, сильный чувак. Он меня уничтожит сейчас. Этот Морти самый слабый у нас получается.
Самый слабый. Ну что, давай тогда вызовем с тобой. Нам нужно прокачивать мутаген. Мутагенного Морти. Потому что он самый слабый из всех. Блин, против бумаги я взял камень. Молодец, Рэй, ничего не скажешь. Ядовитый плевок. Смотрим. Давай, давай, давай. Скорость падает. Плевок делай. Раз. Два. Фигня какая-то получается. Еще ядовитый плевок. Он нас сейчас уничтожит. Ну что это? Что это за атака, ребята? Смех на палке. Так, он отравлен. Ну, все-таки есть возможность, что мы его добьем. Ну-ка. Да, ребята, ему, по-моему, крышка. Есть контакт. Ребят, скажите мне на милость, зачем я его уничтожил сейчас, а? Скажи мне на милость. Я же хотел его поймать. Ничего себе, 9-й уровень. Ладно, не зря тогда бомбили. Так, шмекели плюс кабель. Твою налево, попался все-таки. Грабл, грам-гра, горби-габр, галабра. Все, я понял тебя, парень. Ты наехал на меня. Прапорщик Морти? Ну, слушай, прапорщик, тебе не повезло. Ёк-макарёк. Так, а их сколько здесь, ребята? Их 5. Ну что, костюм и туфли? Я думаю, добьем. На изи. Кто следующий у нас? Морти-табуретка? Так, он у нас камень. Но он обычный. Блин, моя атака прошла мимо, прикинь. Защита упала у нас. Но это не страшно. Ух, как хорошо мы ему врезали. Всплеск. Продолжаем, давай. Нет, порез не будем. Костюмы, туфли. Бьем самыми сильными атаками, которые у нас есть. Так, истощен. Мы с тобой, наверное, сейчас уровень получим. Нет, нифига. Так, это у нас старый Морти. Мы продолжаем. Он бумажный. Поехали. Костюмы, туфли. Блин, правда, закончится у нас скоро. О, но здесь можно и порезиком уже сделать. Щипание щечек. Ну, гаденыш. Получи. Так, сколько у него там Морти-то осталось еще? Давай посмотрим. Это что у нас такое? Уставший Морти. Ну, я вижу по твоим глазенкам, что ты уставший. И опять же, ты обычный. Так. Слушай, что он так влепил-то мне? Из-за того, что он камешек? А если порезик? Ай-яй-яй. Нифига, он влупляет, ты прикинь? Он критический удар мне бьет. Так, и, по-моему, остается последний Морти. Левел ап, 15-й уровень. О, какой. Продолжим. Это у нас блогер Морти. Он бумажный. Поэтому ножницы против него вообще идеально будут заходить. Но не сегодня, ребята. Нас подбили, как вы видите. Так, кого меняем? У нас слишком много бумаги. Нам нужно с тобой, наверное, кого-то еще взять будет. Ну, давай Плюмбуса Морти. Так уж и быть. Ему нужно прокачиваться в любом случае. Молотило врубаем. Ага, на 9. Он промахнулся, кстати, блогер. А мы еще раз молотило делаем. Ну что, победа? Губа Тобага. Да-да-да, ты можешь сейчас говорить, что хочешь. Не, блин, я этих не увидел, ребята. Блу сильный, Блу умный. Блу победит. Да? Слушай, надо посмотреть этот мультсериал. Ребята, подскажите мне в комментариях, стоящий этот мультик или нет. Так, кто он? Он бумага. Блин, он бумага, нам нужно замену сделать. Бумага против...
А против кого? Против судьи Мурти? Это все равно не вариант, ребята. По-моему, нам тут крышка. Так. Какие у нас есть предметы? Большая сыворотка, чип контроля, коробка. Мгновенная победа. Восполняет 50 УЗ. Ладно, пока подеремся. Делаем толчок. Ну, неплохо. Но он тоже бомбит очень сильно. Еще толчок. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает нам. Сопротивляется гаденыш. Толчок, я говорю. Так, истощен. Кто там дальше у нас? А это что еще, Морти с котом? Продолжить. С бродячим котом. Ребята, у него ножницы. Я боюсь, это плохо для нас. Ну-ка. Ух, ёк-макарёк. Нифига себе, ребята, вот это он влупил. Блин. Он кто, ножницы, да, по-моему? Я успею захиляться. Применить. Попытаемся что-нибудь с этим сделать. Так, поехали. Фрагмент. Слушай, ну что так сильно бьет-то, а? Ядовитый плевок. Раз, два. Блин, отравление не повесили. Да трави ты его, а. Раз, два. Есть контакт, нормуль. Ребята, у него еще два Морти в копилочке. Ух ты. Продолжить. Братишка революционер Морти. Братишка. Эпический. Твою дивизию, ребята, это эпик. Мне даже и бомбануть-то нечем. Похоже, мы тут вычисление делает. Скорость растет. Растет скорость у этого хламона. Без вариантов здесь, по ходу дела. Да, ребят, нас сейчас утащат отсюда. Плюмбус, только лишь плюмбус остается. Ну, бумага, в принципе, хороша против камня. Посмотрим, насколько. Да. Нет, ребят, это фигня полная. Ну, ты посмотри сам. Запарил, возгорание. Еще я так себе повысил, ты прикинь. И скорость. Ну давай попробуем еще раз молотило. Все, поздно, ребята, что-то пробовать. По-моему, мы тут проиграли. Все мои Морти истощены. И я в отключке. Так, пропускаем этого хламона. Сейчас прилетит за мной наш старый друг. И утащит нас с тобой в лазарет. Давай, 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 тащи. Будем с тобой отхиливаться. Блин, как же быть-то, а? Как же нам с тобой быть? Все, всех вылечил. Блин, ни билетов нету, ничего. Приобрести нового ничего не могу. Почему не могу плюмбусов соединить, а? Вот скажи мне на милость. Че это я тут кругами-то хожу? Блин, а у меня чип-то есть, кстати? Подожди-ка. В предметы зайдем. Два чипа, кстати. Так, магазин Рика. Сколько у нас денег? Вот. Это хорошо. Так, истощенного Морти 50 УЗ. Ну что, возьмем сыворотки, наверное, да? Наверное, возьмем с тобой большой сыворотки. И чип контроля.
Так, теперь мне кто-то сказал, что я невнимательно смотрю на крафт. Давай посмотрим, что же я тут невнимательно смотрю и что я могу сделать. Я могу себе только, ребята, сыворотку сделать. Все. Быстрое создание. Ну, могу себе вот это вот, но зачем? Что собачий ошейник делает, а? Ладно, давай создадим, посмотрим. Для чего он? Этот собачий ошейник ликвидирует материю темной силой. Создадим, пускай лежит. Дальше уже разберемся. И очищенный флимп. Так, мега-семя, увеличение уровня. Ну, нифига себе, мега-семя, ребят. Она крутая штука. Средство от паралича. А, вот она, кстати. Темная энергия, для чего нужна? От паралича, да? Окей. Батарейки, где же я, ребят? Ну вот, батарейки у нас делаются из банки, кабеля и флимба. Значит, нужно нам искать с тобой флимб. Но одно дело искать, а другое дело найти. Опять я не туда иду. Ну что, очередной портал нас ждет. За сегодняшнюю серию я сомневаюсь, что мы найдем с тобой еще 4 значка. Что-то как-то враг, такой радостно там бегает. Враг слишком лютый пошел. Да иди просто, блин. Опять ты? Так, защищающийся Морти. Обычный. Ну давай его накажем. Раз он обычный. Изнурение сделал. Так, опять атаку. Ох ты, ох ты. Начинается, короче, у него бзикоз. Есть контакт. Первого подбили. Уровень-то получим мы сегодня или нет? Да. 11 левел. Но параметры так слабо растут. Оу, это что еще? Морти девушка, что ли? Замена. Давай, наверное, возьмем с тобой Плюмбуса. Что это за Морти? Девочка Морти. Твою налево. Я еще взял, блин, бумагу против ножниц. Давай тогда мутагенный Морти. Выходи. Это экзотический, да? 12 уровня. Безнадежно. Так, а мы с тобой сделаем ядовитый плевок. Скрючивание. В плане, блин, скрючивание. Блин, 12 хп только лишь отняли. Атакуем плевком. Не нравится мне вот это вот скрючивание. Так, еще 2 единицы урона. Предмет. Сыворотка. Большую сыворотку применяем. Нерационально мы, конечно, тратим с тобой сыворотку, если честно. Вообще. Сейчас он бомбанет опять. Я офигею, мы камень, да? И мы не можем завалить. Отравление будет на нее вешаться сегодня или нет? Как думаешь, выживем мы или нет сейчас? Угу. В мечтах. Так, она камень, да? Значит, возьмем с тобой. Блин, да какие параметры? Ну что, атака? Толчок. Готово. Девочка Морти. Опыт-то нифига себе. Неплохо, друзья мои, неплохо. Че, Плюмбус Морти получает уровень еще? Ох, йо, это кто такой-то?
продолжить. Морти Фрупишлуп. Ну нифига. Он обычный. Неплохо толчок сработал. Клеткоделитель. Вот что у него есть. Какого фига, блин? Какого фига наша атака прошла мимо? Это с крита мы так ему, да, ударили? Хорошечно. Так, щипание щечек. Готов. Оу, это Морти? Продолжить. Мортайон Морти. Так, ножницы, ё-моё, вот это плохо. Это плохо, друзья мои. Толчок. Меня сейчас подобьет, скорее всего. А, замену делать. А что мне менять? У меня там все бумаги остались. Давай толчок сделаем. Погибать так с музыкой. Критический удар сделали, да? Это, кстати, последний Морти. Слишком много у нас бумаги. Слишком много. Во. Давай, Морти, выходи. Я думаю, что ты справишься сейчас. Гляделки нам не надо. Костюмы, туфли. Ты смотри, а. У нее критов очень дофигища у этой Морти. Порез. Ну, победили. С горем-то пополам. Мы этого тренера ушатали. Что это такое? Средство от яда. Неужели кто-то еще использует эти всякие средства? От пролича, от яда. Мне кажется, тут проще переболеть. Так, этого мы одолели. Ё-моё, тут куда ни сунься, ребята, не везде. О, от пролича. Почему так много от пролича нам дают, а? Сможем мы здесь с тобой втихаря пробежаться? Сможем, да? Или нет? Получилось. Но здесь тупик. Здесь тупичок. А как же нам с тобой найти арену? Так, с этими я драться не хочу. Так, что он там орёт? Вот она, арена, ребята. Ух ты, эпический. Иди сюда. Их тут два. Да ну. Ой, тупанул, ребята. Мы только что болтали с моим Морти. Они такие смешные. Да, они немного ноют перед боем, но я вижу, как они довольны после нескольких первых раундов. Ребята, меня эти Морти обманули. Так-то бред. Погнали. Это бред. Атака обычная, через молотило. 10, да, урон нанесли. Он защиту нам понижает. Что у нас по предметам? Есть сыворотка. Угу. Сыворотка есть одна, правда. Блин, вот все-таки понижение защиты, ребята, очень сильно сказывается. Сколько опыта? 40. Почему он получает так мало опыта? О, большой Морти или кто? Продолжить. Морти в синей рубашке. Это у нас обычный, но бумага. Через молотило. Ох ты. Вот это я понимаю, кританули. Он тоже не промах, парень-то. Ну-ка, давай. Изи. Убирайте этого Морти. Ой-ой-ой, вот этого я вспомнил. Тут нам надо, наверное, делать... Какая замена? Продолжаем. Мортакс Морти. Блин. Он камень. Ну, здесь я его не смогу победить, ребят. Все, вырубил он меня. Остается Плюмбус и большой Морти. Там камень, по-моему, да, он?
Он камень. Попробуем сейчас. Перегрузку делает. Да чтоб тебе! Это что еще такое? А что это такое, ребят? Что-то я не понял. Ну? Трындец. Ладно. Что он на меня повесил? Не могу понять. Я думаю, еще одну атаку мы все-таки успеем провести до того, как погибнем. Короче, ребята, он блокирует, по-моему, мне удары. Всего лишь 20 ОЗ. 20 УЗ мы можем с тобой восполнить. Из них он сейчас, естественно, у меня отнимет львиную долю. Зря, наверное, я потратил. Спарение какое-то делает. Скорость растет. Не, ребят, я не могу ничего сделать, прикинь. Просто не могу ничего сделать ему. Он не дает даже мне... Вообще не могу, ребят. Электричество меня бомбит и все. Че, остается большой Морти? Ну, это будет трэш. Костюм и туфли. Попробуем, посмотрим. Ну. Так, хорошо. Ты смотри, что творит, а? Все, что он восполнил, мы ему отняли. Пора его уничтожать. Допустим. Морти заурядный труженик. Бумага против ножниц. Самое то, что нужно. Блин, надо было все-таки нам, наверное, на большого Морти оставлять с тобой ОЗ-шки и все. Так, и последний кто? Морти спец по выживанию. Камень, ребята, он камень. 39 хп. По предметам у меня, наверное, ничего нету. Средства от яда, от паралича. Вот мы можем что сделать. Я мистер Мисикс, посмотри на меня. Все. Ух ты, мега-семя скорости, друзья мои. Ах, Риха, мне так жаль, что мои Морти плохо старались в бою. Думаю, в следующий раз они поднажмут. По идее, мне вот этих нужно ловить. А как ловить, если у меня никого не осталось? Они тут вдвоем бегают, прикинь. Денег у нас есть? Хоть сколько-нибудь, хоть сколько-нибудь. Есть. Слушай, мы можем с тобой взять большую сыворотку. Большую сыворотку. И восполнить здоровье кому? Большому Морти. А он единственный, кто у нас остался, да? Так, флип. Очищенный до наиболее эффективного состояния. Это все понятно. На кого применить нам мегаскорость? На... экзотического, наверное, да? Все. Ну что, давай попробуем с тобой все-таки справиться с одним из таких вот шитиков. Проверим. Морти мастер на производстве плюмбусов. Так, он ножницы. Ну что, проверим. О, неплохо. Так, а мы терпим, кстати. Терпим. Все, ребят, хватаем его. Слушай, прикинь, если мы его не поймаем. Предмет. Чип контроля. Применяем. Смотрим. Давай, срабатывай. Есть. Так, а там нас еще один Морти ждет.
Сейчас мы его с тобой быстренько захватим. Так, где у меня магазин? Предметы. Применяем большую сыворотку на большого Морти. И бежим еще за одним охламоном, который здесь у нас бегает. Вот он. Иди сюда. Далеко не убежишь. Так, большой Морти. Атакуем. Так, лишь бы не переборщить, ребята, лишь бы не переборщить. Потому что мы можем его уничтожить нечаянно. Если с крита попадем по нему, то и все. Пора хватать его. Так, предметик. Давай. Надеюсь, сработает. Ну. Давай, 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 давай. Есть! Вот это я понимаю. Слушай, у нас два одинаковых Морти. Получается, что мы можем с тобой их скрестить в нашем питомнике. А вот тут что у нас? Я уже и не помню. Ну, наверное, всяко не менять, да? А это купоны. Купонов у нас нету. О, старые знакомые, друзья мои, находятся там наверху. Узнаешь командира? Так, здесь ничегошеньки для нас нету, кроме... Не... Во, смотри. Можем это подобрать. All right, all right, all right. А вот это вот... Ах ты, жук, ты навозный. Хочешь, чтобы я попался? Нет, так не пойдет. А здесь, наверное, тоже он меня увидит, да? Пропалит. А мне в любом случае придется драться. Хочешь ты этого или нет? Смотри-ка, там кабель. Где-то здесь же мы видели, да? Блин. Немножко не туда зашел. Это я заберу. Клетка бактерии. Как-то потихоньку надо. Вот так. Опа, и кабель у нас. Обычные Морти нам не особо нужны. Ну все, ребята, нам придется только в атаку идти. Вон там банка, кстати, наверху. Вон она. Мои Морти странно себя ведут после синтеза в питомнике Морти. Ну и ладно, все равно они сильнее, чем раньше. У тебя нет шансов. Ты такой уверен? Не, ну конечно, у нас нет шансов только лишь из-за одного, что у меня один Морти всего лишь. Один. Ух, ничего себе. Это было солидно, ребята. Так, у меня закончились АОшки. Но, тем не менее, справились. Оу, дикарь Морти. Это камень. Ребят, это камень. Здесь, наверное, мы и сфейлимся с вами. Безнадежно. Да, по-моему, тут действительно безнадежно. Че там, оцепенение? Блин, все-таки мне интересно было знать, что у нас вот этот вот Морти-пришелец, с которым я дрался, что он за электрическую фигню на меня вешал. Ребята, если кто знает, напишите в комментах. Которым, когда я плюмбусом не мог вообще ничего сделать. Порез. Слушай, ну, неплохо. Большой Морти завалил двоих. Ох ты, скрещенный Морти. Он, наверное, про него говорил, да? Блин, конечно, хотелось бы костюм и туфли применить. Но ведь мы можем применить. Тогда мы пропустим с тобой ход. Тоже невыгодно. Ну, тут явно мы проиграем. Так, ладно, мы сейчас с тобой побежим в лабораторию. В питомник. И попробуем скрестить двух свежепойманных Морти. И посмотреть, что у нас получится из этого. Так, я подлечу твоих Морти, если посмотришь... Оу, давай. Спасибо за просмотр, я мистер Миссикс. И насколько ты подхилил там мне их? Можно мне глянуть? Мои Морти? Полностью.
Полностью, друзья мои, он восстановил. Так, слушай, я побежал, короче, на арену. Так, секунду, как тут пройти-то? Я уже не помню, как мы здесь проходили-то? Блин, как-то проходили же потихоньку-потихоньку. Ага. Так, арена у нас где-то вот здесь вот внизу будет. Давай-ка мы этих вот тут обойдем. А вот и арена. Все шикарно. Ты посмотри. Ну, а на этот раз я заберу твоих мордерик. Потом я возьмусь за совет, чтобы стать самым великим. Посмотрите на него, такой милый и нежный. Начнем бой. Не возражаю. Ух ты, Морти-фанат 4-го сезона. Это реальный чувак или это придуманный какой-то? Так, что он там делает? Атаку себя повышает. Да хорош уже. Уф. Плохи наши дела, друзья мои. А, его атака прошла мимо. Получи в ответку. Моя тоже. Моя тоже атака прошла мимо, как и его. Врезал все-таки. До последнего, ребята, деремся. Я офигею. Слушайте, ребята, я могу поменять своего Морти, вот этого главного? Блин, он меня не раздражает. Так, что у него там было? У него, по-моему, было ножницы, да? Ну что, давай посмотрим, как здесь у нас пойдут дела. 9-го уровня, правда? Ядовитый плевок. Ах ты. Смотри, что делает. Гиганта-руки Морти. Отравили. Мне кажется, ребят, видите, вот мы отравление вешаем. И вот тут пришелец тоже что-то типа такого делал. Так, нам, наверное, лучше заменить на ножницы. А это у нас большой Морти. А ну-ка проверим. 15-го уровня. Объятие. А вот шиш тебе. Мне нравится, что он потихоньку начинает терять здоровье. Костюмы, туфли. Замечательно. Закаливание. Так, защиту себе повысил. И отравление. Чук. На него действует. Ну что, добиваем его. Следующего прошу. Так, это кто у нас? По-моему, обычный Морти, да? А, андроид Морти. Блин, ребята, он камень. Берем бумагу. Плюмбус Морти. Выходи. Так, он 12 уровня. Плохо. Ну-ка, давай-ка мы сделаем вот так вот, через молотило. Моя атака прошла мимо. Зашибись. А, это его атака прошла мимо. Его, конечно же, ребят. Молотило. Ух. Блин, опять какой-то тугой нам достается. Защиту понизили нам. Так, а что у нас вот это? Росток. Снижение защиты и точности врага. При этом его атака растет. Нет, не надо. Блин, ну добить все равно не успеем. К сожалению. Меняет на кого? На фаната 4-го сезона. А мы тоже замену делаем. На большого Морти. Че, не ожидал? Хлыщ. Ну, тут и я, но... Больно было. Так, а мы что, ему только одного этого уничтожили, Морти? Зашибись. Так, ну здесь порез достаточно будет. Окей. Кто там у тебя в запасе? Так, уровень 16. Ну. Да продолжить, продолжить.
Андроид Морти. А чиз, давай. Гуляй, Вася. 90. Ох, ё, это кто такой? Карциногенный Морти. Карциногенный, ребята. Он камень. Слушай, а чё он такой? Пью. Ой. Зашибись, он ядовитый, оказывается. Слушай, а мне кажется, мы его сейчас ушатаем. Его так и прошло мимо, прикинь. Тогда все, прощай. Какой здоровый такой лошпен. И, ребята, последний Морти. Ой, это кто? Большеголовый Морти. Вот кто это. Поехали, он обычный. Шикарно. Так, мы, скорее всего, его должны, ребята, сейчас подбить. Если с крита влупим. Да и без крита прошло. Шмикели, сыворотка и значок. То, что нам нужно. Так, шмикели нам не нужны. Ну что, друзья мои, мы получили с вами значок. И я снова проиграл, это нечестно. Я лучший из риков, не сомневайся, однажды я вас всех уделаю. Так, для следующего боя мне не хватает 3 всего лишь значка. Нет, я бы, конечно, повоевал бы здесь на самом деле бы. Так, мы посмотрим, сколько у меня живых нормальных Морти. Раз, два. Применить предмет. Сыворотку, да? Слушай, а наверное мы можем с тобой немножечко здесь повоевать. В принципе. В портал мы всегда успеем, да? Например, вот с этими. Получить немножко опыта. Что скажешь? Или вот с этими? Давай с этими. Мне кажется, они простачки. Снисер Чубс, Друтфу Тумагурик. Или, как говорят на земле, размечтался. Ну, это, наверное, ты размечтался. Снисер Чубс. Так, укушенный псом Морти. Укушенный псом Морти. Естественно, ребята, туфли. Так, слушай, а у нас закончились с тобой туфельки-то, кстати. Порезики только остались. Блин, а порезик слабенько бьет. Ладно, уничтожаем. Кто там следующий у нас? Это кто еще такой? Пиноккио, что ли? Чревовещатель Мортин Гуд. Угу. Понял. О, он крепкий. А, он эпический, правильно? Чего я хочу-то от него? Он эпик. Порез. Блин, успеть должны, ребята. Успеть, мы должны ее завалить. Да как мимо-то? Ну как мимо она могла пройти? Моя атака, блин. Эх, чуть-чуть не хватит, к сожалению. Чуть-чуть. Ну давай, мутаген, Морти, выходи. Добиваем его, да? Надеюсь. Готов. 447 очков, неплохо. Два уровня сразу же, прикинь, подняли. Это еще что? Морти в джинсовых шортах. Так, он у нас, друзья мои, бумага. А у нас есть кто-нибудь посерьезнее? У нас... Так, он бумага. Есть судья Морти, конечно же. Хотя бы на равных попробуем. Залом делает. Ух ты. А, это у него скрита получилось. Все, понял. А у нас без крита слабовато. Так, защита растет. Выговор. Что делает выговор? Морти морально наказывает противника, снижая его точность и уклонение. Вот сейчас мы ему и сделаем. Точность и уклонение. Сразу два дебафа. Корка.
Понял? Никаких курок. На. Опять курка. Тут попал, конечно. А сколько дебаф держится, интересно, по времени? Никак этого не узнать. Что, добивка будет сегодня или нет? Да чтоб тебе, блин. На одной хпшке выживает, ты прикинь? Так, сколько у него? Последний Морти, по-моему, остался, да? Ну, судья Морти получает 13 левел. Это еще хиппи, что ли, какой-то? Морти хиппи? Морти с малетом. Так, и это ножницы. Ну-ка, мутаген Морти, выходи. Заткнись, Рик, действительно. Не до тебя сейчас. Ядовитый плевок. Должен хорошо пойти. Раз, два. О, еще и отравление. Шикарненько. Еще и третий удар. Все, парень, иди-ка ты на покой. Морти с малитом. Я еще сделаю плевочек. Раз, два. И яд его добьет. Блин, нифига, ребята, какая-то кондиция. Все, крышка ему. Все-все-все, Морти истощен. Так, мы с тобой победили. Шмикели и средства от яда. Бу-буп, Снипер Блу. Да-да, Снипер Блу. Мы победили, друзья мои. Ну что, теперь со спокойной душой мы идем с тобой, знаешь куда? В портал. Неплохо повоевали, очень неплохо. Сейчас в первую очередь мы с тобой залечиваемся, потом идем. Где у нас там находится этот питомник? Мне нужен питомник. Так, залечи-ка раны нам, парень. Спасибо. Вот он и питомничек. Ну что, давай посмотрим, сможем или нет. Да почему нет-то? Ребят, я не понимаю, в чем проблема? Вот у меня два одинаковых Морти. Что не так? Может быть, эпические Морти не могут скрещиваться, только обычные могут? Напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях. Мне интересно знать. Вот здесь тоже, кстати, что-то есть, но нас почему-то туда не пускают. Может быть, и не впустят никогда. Это... А, так это, наверное, есть питомник Морти. Типа, их там держат. С лабораторией Морти тоже что-то вот не совсем мне понятно. Какие-то можно... Всего один кредит. Судья Морти. Купоны. Доступные атаки. Может быть, потому что у меня нет купонов, поэтому, ребята, я ничего не могу сделать. Скорее всего, да. Ладно, теперь мне нужно разобраться, как все-таки заменять моих Морти на других. Так, ну вот, например, я этого хочу заменить. Но не таким образом мне нужно заменить, а заменить вообще из своей коллекции. Значки, трофеи. Подожди, это все-таки где-то делается у нас в каком-то магазинчике. Так, питомник. Так, а тебе что надо, парень? Ну-ка. Привет, Рик. Хочу приготовить кексы для Морти. Угостить их за хорошую работу. Говорят, что кексы с тремя видами шоколада и капелькой сока очищенного флиба творят чудеса с их выносливостью. Ну, я нигде не могу найти очищенного флиба. Можешь, создашь его для меня? Очищенный флиб. Есть у меня такое дело. Посылка с этим глупым Морти потерялась по пути. Написано, что он принадлежит вам. Позаботьтесь о нем. Ох ты. Ребята, это, я так понимаю, это боец? Так, это магазин Рика. Здесь мы с тобой были. Это у нас... Так, а этому нужна батарейка. Игры Морти. Кстати, в игры Морти мы с тобой хотели сходить как-то. Но все что-то... Не до этого было.
Блин, ну питомник Морти это не то. Или подожди-ка. Или мы можем именно из питомника их менять. Сейчас проверим. Хранение. Что будешь делать? Изменить. Так, я хочу убрать вот этого Морти. Удалить. А добавить. Так, ножницы. Это танцор-строитель Морти. Морти-билетер. Яйцо Морти, наверное, возьмем, да? Так, плюмбус. Что у нас тут? Есть два камня, одни ножницы и бумага. В принципе, ребята, как бы нормуль, да? Так, а теперь давай попробуем вот эту панель активировать. Изменить. Этого Морти удаляем. Нельзя... А, ну я понял, нельзя удалить своего последнего Морти. Так, здесь возьмем вот этого. Плюс Дорти Джерри. Строители. И Морти-билетер. Так, этого... Хотя фиг ее знает. Самый обычный... Да, ладно, берем его. И поставим с тобой грязнулю. Вот так вот. Вот у нас с тобой две команды есть. Блин, нифига, у нас на панели Б аж три персонажа ножницы. Как бы мне это потом не аукнулось. В плохую сторону, естественно. Блин, смотри, какой у нас там Морти яйцо. Надо будет посмотреть, что он из себя представляет. Но, друзья мои, это уже будет у нас в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.